Я вообще в девичестве краснопилец. Ага. Вот наш краснопилец Марк с его семьей. Анна Афанасьева у памятника основателям станицы Гастагаевская. Здесь же, среди первопоселенцев, в два урядника, родня по линии мужа. Рядом мемориал погибшим в Великой Отечественной войне. Фамилия родственника – калмык. Анна – учитель химии. Генеалогией увлеклась 5-6 лет назад. Сначала подняли семейные архивы и воспоминания, потом документы советского времени. Что-то нашлось в местном краеведческом музее. Любое исследование приносит открытие. Случайно познакомились через интернет с троюродным братом. Он прислал фотографии прадеда по материнской линии, также кубанского казака. Я знала только дедушку, бабушку, ну и прабабушку со слов матери. Я была рада этой информации. Этот сарай построили в 30-е годы 20 века под облицовкой из шифера «Саман». На крыше еще та черепица. Когда-то домовладение принадлежало деду Анны. Здорово. Да, тебя снимаю. Сейчас старейшина в семье – красноперец Анатолий Петрович, отец Анны. Мама – Вера Константиновна. Старшее поколение увлечение дочери поддерживает. Надо знать все. Ну, свои корни надо хорошо знать. А мы их, ну, честно сказать, что забыли. В одно время. Да, в одно время мы их... Сейчас семейное древо Афанасьевых насчитывает более 250 фамилий в 7 поколениях, начиная с середины 19 века. Я хочу, чтобы дети мои знали. Может, не все заинтересованы. Но если один хотя бы заинтересуется, я буду очень рада. Муж Анны работает электриком. Во время съемок был на работе. Младший сын Валентин, средний Ростислав, хочет быть пожарным. Старший Ярослав перешел в 5-й класс, подумывает над тем, чтобы стать археологом, а в жизни хочет быть похожим на предков. Красноперец Петр. Почему-то прямо хочется на него быть похожим. Он смелым был, умным. Я тоже быть хочу таким. Чтобы быть умным, надо учиться. Чтобы быть храбрым, надо... Ничего бояться не надо. Теперь Анна планирует обратиться уже к архивам краевого центра, чтобы попробовать найти предков до 19 века.